Битва чемпионов – это очень интересный проект, потому что лучшие спортсмены России выступают против лучших спортсменов со всего мира. Победит сильнейший. Время покажет. Самые теплые воспоминания. Все очень понравилось. Все на хорошем уровне организовано. С удовольствием выступлю в основу. Первый раз мы выступали с ним, когда мне было 19 лет, он у меня выиграл. Во второй раз он у меня выиграл снова. После этого я выиграл у него 4 раза подряд. И после этого он, по-моему, у меня еще один раз выиграл. И вот такая вот у нас история. Примерно счет где-то 4-4, но последний раз выиграл он у меня. Поэтому я очень хочу взять с ним реванш. Он очень атлетичный, физически развит, он очень опытный, он постарше. У него хорошая генетика. Хорошо бьет и борется, он во всех аспектах развит. Готовлюсь конкретно под него. Я знаю то, что его слабая сторона, его нужно больше бить ногами, и вот работаю больше над ударами ногами. Из-за того, что смотрит на себя слишком много народу, приезжает много близких, друзей, родных, это психологически давит, но при этом ты не можешь сдать назад, ты готов работать до конца. С одной стороны помогает, с другой стороны наоборот. Все приходите на битву чемпионов 10, будет очень интересно, будет много интересных противостояний. Победить сильнейший.